нас очень часто реализуется фальсифицированная молочная продукция. Именно фальсифицированная. Значит, фальсифицированная по каким параметрам? Я назову их и назову, кто попался, так скажем, какие изготовители этой продукции. Жирно-кислотный состав. Жирно-кислотный состав мы знаем, ну или объясняю, что молоко и молочная продукция под своими истинными названиями молоко, сметана, кефир и так далее должна быть изготовлена только с животными жирами, то есть молочными жирами. То есть это самая настоящая продукция. К сожалению, мы находим в этой продукции под названием молоко, йогурт, сметана и так далее, творог, мы находим жиры растительного производства, в частности, пальмовое масло. Информации о котором на этикетке нет. Если это масло используется для бракодавления такой продукции, то название продукции должно соответствовать содержимому. То есть не молоко, а молочный напиток, не сметана, а изделие там такое-то, творог и так далее, и так далее. Чтобы потребитель знал, что он покупает. Вот. И уже оценивал свои возможности, возможности своего организма, сможет ли он такую продукцию безболезненно себя, эту продукцию употреблять в пищу. Вот, могу сказать, что вот первые наши находки продукции с содержанием пальмового масла была в продукции в молочной, предназначенной для питания детей в школах, детских, дошкольных, в оздоровительных летних учреждениях. К сожалению, это были наши предприятия. Это был Камышинский завод, Волжский завод. Вот, там было пальмовое масло. Вот. А пальмовое масло для ребенка, оно при постоянном употреблении имеет, ну, можно сказать, отдаленный, ну, во всяком случае, для детского организма отдаленный, не такие последствия нехорошие для организма самого человека. То есть, если постоянное употребление может привести к хронизации процессов, когда человек заканчивает школу, поступает в институт, и он уже он будет больной. Просто-напросто от постоянного использования вот таких молочных продуктов. К сожалению, это есть. Значит, вот какие предприятия были нами пойманы, так скажем, зафиксированы, и против них были соответствующие действия произведены. Вот. Это Московская область, производственный комбинат Ильинское, было масло сливочное, Воронеж масло сливочное, Нальчинский молочный комбинат сметана, Ульяновск, сметана, Волжский молочный комбинат, Ряженка, Снежок, Кефир, Волжский молочный комбинат, творог, Ростов-на-Дону, Белый медведь, масло сливочное, Брянская область, сметана, опять же, Ростовский масло, опять найдено было, Нальчиковский молочный завод, Тацинский, Ростовская область, Московская область, Молочный путь, Самарская область, Ульяновск, Курская область, это те, кто действительно поставляли продукцию в наш регион, не отвечающий требованиям.